знову з'явилася новая смысловая сторонка у сетеви. Знову новый рух, вось новый адрес. Такое уражение, что Украине не политики, а веб-майстры. Куды зник Миленкевич после выборов? И чому не пойшел до дому у Раду с Кастрычницкой? Кто он политик, бо може сексот? И что он робил опошние 5 год? У когось старые амбиции, у когось уласные мэты. Хтось ездить по гранты, хтось по цигареты. Миколай Халезин на батьку лезика протягнуть увагу до своих пьесов. Каля каляна и каляда, из ее та самая песня. Шушкевич выпадковый человек у политицы. Дякую за развал СССР, але тепер на полиции. На паперы усе твои справы повинны лежать. А на НТВ РЭХа Москвы нема чего разъезжать. Нашими банками керуют Габрей. Спочатку был Габрей Богданкевич, потом Габрей Прокопович. Зараз Богданкевич знову лезе у кресла. Наво что нам старый урад? С вами не лепей было нам. Вертайте гроши белорусам. Хворые лезут во уладу, только схопили за сраку. Одразу боляшки повылезли. Артрит, подагра, нырки, диабет, простата. Згодно медицинской комиссии выбракованы. Зянон Позняк, антидиктатурный змагар. Але на чале КХП БНФ более за 20 годов за пар. Дає нараду с заходу за киянской мяжи. И на что потребные усе гэты ходы. Вертайся до хаты домов. Марыть, как Беларусь называлася зновку великой Литвой. Прыгожа, але Боже с тобой. Нам не вернуть тыя земли. И Вильни николи не вернется у склад. Нам зберагчы той скарб, что застався. Хай политики не ездят скардиться у Польшу. А калиновцы студенты едут до дому. Покуль Микита дыхая у фортку шиза. Молчить оппозиция, час выходить на улице. А так званые лидеры нечто марнуются. Наво что гэтые партии, коли студенты более пишут на партах. Более пишут на лавах у парках. Покуль мы сядим у портках, яны ходить по з'ездах. Про якія мы нічого не ведаем. Копаемся у глебе на летище, в надеи на лепшее. Глядячи на тое, что не потребны никому. Наво что брать детей на акции, каб не затрымали амапаўцы. Дзяцінства разбурана палкай гумавай. Правоабаронцы, каго урэшті рэшта баранілі вы? Перашкаджаюць улады, прабачце, тады вы не патрэбны. Увогуле таких на кожным вуглу. Толькі складаюць памяткі, як весці сябе на допытах. І пасля суду кажуць словы Белсату з абурэннем на конт прысуду. Статысты маюць месца быць, няма сумнёву. Але давайте рэчы называць сваімі імёнамі. Свабоду Миколаю Статкевічу, ён цягне свой тэрмін за вас. Пакуль вы бяздзейнічаеце, абібокі. Маю сумнёў, што да перамогі імкнецеся вы, грантасмокі. Таму вызваляйце пасады, вы непрыемны асадак у празрыстай крыніцы. Ад гэтай бруднай вады зводзіць ківіцы. БХД мае намер прымазацца да кожнай акцыі. Там быў наш актывіст, павага яму, але Рымашэўскаму не. Дзе ты быў у гэты дзень на тэлефоне? Хопіць даволі хлусні, мы не малыя дзеці. Вызначце мэты, урэшце рэшт. Кожнае дзеянне мае свой кошт. Калі спажывецкі кошак пусты, вы робіце ўсё, каб не апынуцца за кратамі. Але нават краты вылазяць з-пад глебы. Калі неабходна паветра, калі неабходна дыхаць, яны мусяць рабіць хады. Калі рыбам досыць вады, яны раскрываюць раты і дыхаюць.